Так, друзья, легким движением монтажа мы перенеслись в Ярославскую область к себе. По техническим причинам так получилось. Уехали с Белозерска, потом еще туда поедем. Просто немножко не получилось больше там находиться. Ну, теперь несколько дней здесь походим. Сегодня осталось 2 часа, мы только что приехали с дороги. 500 отмотали от Белозерска до Ярославля. Побегаем здесь 2 часа и поедем есть шашлык. А завтра начнем поиски. Смотрим. Ну и так, первый сигнал сегодня. В коротком выходе. Где? А, вижу. Вот она. Красотуля. Вот такая. Замай. Капуст. Я не знаю. Нет. Размер капустный. Размер капустный. Воду я не взяла. А ты никто ничего не взял? Да? Не, николаевский формат. Угу. Да? А, ну пойдет. Треха. 3 копейки, да? 3 копейки. Трешка. Вот. Это хорошо. Не вижу, какой угодно. Вот такая монетка. Всем интересно, я здесь 7 копеек не вставляла. Ну вот тебе теперь трешку. А чернила здесь нет? Под чернилами, да, да. Под чернила, она на ребре стоит. Вот так. Мужики копаются. Короткая вылазка. Нечастые монеты. Ждем, когда перепашут, потому что здесь подвыбили. Ну и вот, как это ни странно, в общем-то, здесь нечасто советы в этом месте, на макушке. Ну вот, 2 копеечки вылетели 57-го года. Так, первые сигналы. Перстенек сломанный, без камня. И что там? Твои любимые. А, и мои любимые гиречки. Да-да-да, их обожаю. Вот такие. С таким узорчиком. Было. Было? Что там у Димыча? Что будет? Это коровий кайф. А. Это вот так. Бывает, да. Ладненько, идем. Як. О. Как всегда, в каше. Чистенький. Как я знал, что не попал. Ну дай нам, дедушка, что-нибудь. Давай, доставай. Сейчас, конечно, шмурочь. Легко. Да не, чистенький, хороший. Перчатки дать? Что это? Да что надо, что? Крупенько. Где там твоя штука-то? Пск-пск-пск-пск. А, в луже. А в ямке-то помыть никак? Чего там достали? Снимаешь, да? Да. Что там? Капуста вроде. О, как. Да, 2 копеечки. Сейчас, подожди. И она у меня не это, не фокусирует. Эта камера. Не фокусирует. Да, мальчишки ползут. Старый МКАД. Дорога здесь старая. Охотники и трактористы здесь до сих пор. Вот такая вот. На следующее поле. И вот из этой ямки. Следующим сигналом
К сожалению, сломанный крестик. Нашли Катину полушку. Красная. Еще удивительно, еще что-то видно для этого поля, для меди. Сначала не поняли, блин, думали, что за дирхем медный. Ого, гирька. Маленькая, целенькая. Что не может не радовать. Два сигнальчика у нас одновременно. Чешуйка, медный бунт. Даже не дрогай рукой. О. Такая вот. Ну и походу полушка Катина, но убитая вообще в хлам. И крестик ломанный. Пойдем снимем. Лягушек столько попросыпалось. Ну да, сняли. Этого здесь добра много. Ух, какой, блин. О, елки-палки. Это очень старый. Старый. Это килевик. Похоже, обломанный, да. Килевик. Эти голодные нас еще. О! Весна как бы, да? А такое ощущение, что осень почему-то. Очень тихо. И птица. Понятно. За следующим сигналом скрывалась очередная гиречка. Такая симпатяшка. Сейчас уходим туда, в березняк пробуем. И через березняк дальше на церковную землю. Хожу, собираю пуговки. Такая вот убитенькая. Что-то когда-то было нарисовано. Целое. Что нарисовано? Непонятно. Так, у Любы у нас 46 на терке. Сейчас я только найду ее, в каком она углу-то. Значит, глубоковат. Снимки какой-то тоже. Да не особо. Где-то там. Кто? Их здесь есть. Их здесь много. Поют. Голова шумит. Вчера посидели с дядей Димой с дороги. Маленько. Вот. Не меняется, да? Возможно, да. Хоть онлайнчик что-нибудь снимем. Не говори. Надо штатив небольшой с собой таскать. Приятно ломать комочки. Да, все. В этих комочках были... Монетки, да? Монетки. Она. Она, да? О. Кажи. Жаль, что медь, конечно, здесь убита. Капуста. Уже... Может, и не капусточка. Хрен, здесь еще Кати бывает. Но это не... Что угодно бывает. Не знаю. Это не капуста. Не капусточка. Это, да? Павел Первый. А, Павел. Павлуша. Давно не было. Аж даже соскучились. Копеечка. Копеечка. Давай покажу. Копеечку. Дядя Паша пожаловал. Такой. А у тебя что было? Пока нет. Ну там очень вот видите. Так, вроде какой-то сигнальчик у нас. О, что-то есть. На самом дне. А полезем в чащу леса. Пролезка, точнее.
что, наверное, где-то тут. Давай, Димыч, доставай. Здесь копеек масонский. Ну, цель крупная, мне рисует. Крупная, да? Угу. Может быть. Достали. Лукачки. Комодики. Приятно их ломать, да? Ага. Да, монеты. Ну вот их, изумительно. Что за монеты? Блин, медь, конечно, здесь кончена. Павел, что это? Тут павловские места. Непонятно вообще. Ну, понятно. Отмачивать надо ее. Деньга. Угу. Деньга. Год не ясен. Фокус ты где? Вот она. Опять самый... В кнаках. Ага. Да. Здесь такие буреломы, здесь, да, все мы летом сюда лезли, даже если бы и залезли. Сейчас-то ходить тяжело. Любка там что-то нашла, только что непонятно. Ездом. Что такое? Манты, что ли? Или да. Да вроде да. Все в кнаках. Игорь, достань, пожалуйста. Вот это нормально. Водичку? А. Водичка. Прыскай. Блин, тряпки-то не взяли с собой, не догадались. Ну, монеты, конечно, ну. Ну, здесь медь мертвая, это как бы... Вот это, блин. Деньга! Опять. Судя по всему. Но иногда-то, знаешь, иногда отмачиваются нормально. Иногда убиты. Вот это, кстати, похоже нормально. 1730 год. Кстати, даже видно. Держи. Куда? Хабарнился. Оп. Движемся. Вот из данной грязючки у нас выпала Лизонька. Год 1739, по-моему, или 89. Где я что-то подымал, да? А? Чего? Ничего не слышно. Парит. А? Парит. Две монетосины рядышком. Чё-то полушка, блин. Кстати говоря, с какой-то патиной. Давай. Ну это тоже полушка, судя по курице. Ну да. Две монеточки. Забирай свое. Я пошел Димыча снимать. Он у меня сегодня онлайн хорошо копает. Вот тут не бито точно. Вот это вот просто миллион процентов. Да, до тут никто никогда не доезжал. Опять самый. Да это жопа, я говорю, такие, блин, глубины. Нас, ну, 40 выдает, такие эти.
тоже со штыка. А тут штыком и не пахнет, тут он уже штык. Ну что, Серж, ты как долбанет дождь. Поверь, тут штык ярко. Зелени-то нет. Под выкопал? Елку. Нет. Ё-моё. Что такое? Это что там за глубины такие? А сигнал какой? Чистейший. Чистейшее железо. Чпок. Ага. Железка, да? Да. Ах ты, печаль какая. Ну ладно. Когда трава стояла, здесь бубенчик выкопали. Я даже яму до конца не закопал. Потому что трава была выше пояса. Нашел бубенчик. А сейчас он, Люба, нашла вторую половину. Ровно в трех метрах. Нет, в двух. Вторая половина бубенчика. Монета выскочила. Димыча. Убитая. Убитая. Совсем. Совсем убито. Ничего не понятно. Ну ладно. Ищем серебро. Рамочник 15 копеек убитый. Пожаловал на свет. Итак, вот и чешуйка к нам пожаловала. Чья? Непонятно пока. Ну, московский чекан, похоже. Ну да. Всадничек, смотрите, какой офигенный. Приближу. Во! Обалденный. Люблю я ее. Дуплетом долбили, наверное. Наверное. Да. Где? Там Димыч гильзы собирает. 7,62 на 54К. Это, походу, Мусинка. Нет. Вот здесь. Нет. Да вот он, вот он. Да. Хороший сигнал. Изумительный, я бы сказал. 7,62. Будешь, если что. Че? У меня это медь. Это медный, 100%. Медь. Тонюсенький. Что-то я не посмотрел план на размер. А, у тебя же размер показан? Да. Посмотри, какой бурелом там вот в этом. Это пипец, я тебе говорю, сейчас хер пролезет. Цепинул? Нет, это здесь. Я жалею, что колбасятина не сделали. Хочешь, давай. Я колбасятина хочу. А там она с колбасой. Выкопался? Или нифига? Не пойму. Убегает куда-то. Вон она там. Ох, красавец, так улетает. Где? А, он кружит, да.
Блин, не вижу против солнца, не сниму. Мухи я здесь поднимала. Вышел на свет? Есть. Давай, складим и все, и вторую часть. Не, нормально, вторая часть марлезонского балета. А ведь возможно, не, хотя тот с дыркой был, он пробитый был. Его наши носили, видимо, нашел эту часть. Нет, в этом большом, да. Не глубоко. Но не пятак. Или пятак. Масонский, походу. Или девушка пауза. Что это? Или крестовик вообще. Паузка. Отлично. Я он, так и думал, его, что... там, его там доставали по узкую дорогу. Ой, вообще сейчас зарубка. Звенел хорошо. Звенел. Блин, ну она что-то подубитая, да? Или нет? Или более-менее? Ну, посмотрим, более-менее. Ай, хороша. Ай, хороша. Вот так вам чуть-чуть. Лапочка. Дочка. А с Димычем двойной сигнал, лепесточек и вот такая красотень. Смотрите. Ой-ой-ой. Открой. Слон. Открестик кусок. Вот. Да. А он не серебряный случай? Нет, вряд ли. Хотя, бог его знает. Да. Так, идем к реке, туда вот, к дороге. Вот такой расплющенный советик. 53-й год, душечка. Кто-то шел звонить и грыз ее, наверное. Ну и не дошел. Ну и не позвонил. Какой? Здесь вот шуя была. Рядом вот такая замечательная... 32-34. Рядом вот такая замечательная пуговка. Кого здесь разобрали? Гуляет. Вот такая красота у нас. Хотя он заканчивается. Ё-моё, иначе заканчивается. Дождь пошел. Вот такая погода. Экспедицию приходится сворачивать. Обложил и зарядил дождь. Сильный дождь. Ребята еще пытаются что-то делать, но уже, к сожалению, бесполезняк, я думаю. Ну вот, дорогие друзья, добежали до машины, еще нашли находок, будем прикреплять к видео. Уже сейчас общий план снимать не будем, все мокрые насквозь. Дождь зарядил. И как-то так походили, в общем-то неплохо. Гирек сегодня много, пуговок всяких разных. Чешуя есть, двундель есть павловский. И всякая всячина. Что там такое? Ладно, всем пока.